Всем привет, кто не смотрел первую, вторую серию. Вот я дошел до болота, почти до дороги. Вернее, до болота и до острова следующего. Сейчас перейдем это болото, полотянку. Вот. Перейдем вон тем островом. Пойдем посмотрим, выведет нас до дороги, до трассы или нет. Это еще терпимо. Когда бы уходил, так нельзя было пройти. Ноги проваливались. Но после этих сухих годов корни травы заплели немного болотянки. Вот уже еще ближе и ближе к трассе. О, здесь островок интересный побольше. Эта серия, скорее всего, то не длинная будет. Но тут островок такой интересненький. Походим, поблудим, пойдем. Вот уже слышно, мат прошел близко, наверное, метров 300-200. Пройдемся по острову, что-нибудь пошукаем интересное. Может, какое корня или ветку. Конечно, хотелось бы рога лося найти. Ну, это везение такое. Сказать, один к 100, 100 километров пробежишь по лесах, может, и найдешь. А собираю лосиные рога. Батька мой за все время уже нашел много их трех. Правда, все по одному сброшены. Я так собираю для коллекции. Красивые такие. Вот островок наш. Что-то за грибы такие. Осенние грибы. Зимние, вернее. А сорвем. А уже такого лобашу сегодня. Так шли мы. А это такие серенькие. Вот. А вон уже и машины видно сквозь деревья. Мы буквально уже вышли. Доберемся сейчас до канавы, глянем, куда и там перебраться. Или придется параллельно дороге до моста чесать. Вот дорога была раньше. Дорога проходила. Это в советское время. Все, лес вывозили, пилили. Так бы, наверное, постарше были бы деревья. И дубы были и остальные. Пойдем дорожкой. Куда мы заблудили. Хотя, если учитывать, что мы шли вправо, 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 потом по острову, влево я брал сюда. Может, и недалеко от машины выйдем. Может, за этой даже у низиной. За болотцем этим остров будет идти этот островок. Ну, сейчас побачим. О, веселка. Веселку нашел я. Все-таки не зря мы сюда ходили. Заберем веселку на лекарство. Настойки делать на спирту. Вернее, на водке. Вот яйцо целое. Кто не знает, ой, как они так во выглядят, как яйца, вроде дождевиков, потом лопаются, выходит стрелка, это вот жидкость зеленая, воняя падалью, фу, но она не то что воняя, с таким запахом сладким каким-то, вроде как медово-падальный, ну брать мы его не будем, эту вот штуку мы сейчас прикопаем сюда вот. Я ветку возьму. Это слизь зеленая, это споры веселки. Ими размножается. Вот мы шляпку эту в землю тусанем.
так, то и трудно будет в землю забежать, да, хо. Ну, уже вон дорога, машина вон поехала. Там буквально пришли. Один раз я так был, нарвался, правда, ближе сейчас до дороги, наверное, 20 метров. То ли селок насобирал, пол ведра. О, у меня тряпочка чистая такая. Так, чистая, руки вытирал, немного обмазаны. О, и сюда положим. Заберем, наверное, эту плодоножку со слизью вместе. Ну, не знаю, а не, она уже негодная. Поплыла. Морозики-то были, можно под листьями еще глянуть рядом. Обычно яйца, они вокруг. Ну, не видно. О. Веселку заберем. Хай будет. В этом году не находилось веселок. Да и последние, наверное, 3 года. Я их не бачу нигде. Будем знать, вот, на острове на этом. Это же распустились недавно. Наверное, 2 недели назад. Так что будем знать, что тут веселки. Можно будет летом прогуляться. Они где-то с июля начинают, наверное, вылупляться эти вот стрелки. И веселку легко искать по запаху. Вот поэтому запах такой. Вроде бы падали. Но это если распространяется в общем. А если близко нюхать, так он даже такой больше, не знаю, на цветочный похож. Это тонкие такие, как бы сказать, тонкий аромат цветочный. Наверное, если разбавить сильно-сильно, так тогда и будет уже более цветами пахнет. Кто веселку знает, знает, когда и пахнет. То у нас покажу. Нарастель на березе. Как то он, капа называется, наверное. И вот. Ну это не чага. Чага другая. И вот. А, этот. Свель, короче. Если я не ошибаюсь. С их шкатулки делаю. Все разные там приблуды. Вот можно забрать эту, да чашу сделать. Ну а там варится кто в соли. Короче, хай все покуда. Никуда не денется. У нас этим особо никто не занимается. Так что будем еще долго. О, машина за болотом пошла. Наш гриб. Веселка. Сейчас еще пройду. Тут и сюда по острову. Может еще что-нибудь трапим где. Ну такую пору веселку найти, это везде не надо. А, хорошо вышли. Прямо к дороге. Если бы пошли тем островом, там вот хмузняк таки. Пришлось бы трошиться через кусты. Так, мы вышли прямо к трассе. Единственное, что канал то никто не отменял. Так, через это перебраться еще. Вон, машинка поехала с какой-то рекламой нарисованной. Есть такое вот деревце, это дуб, 4 ствола, красивые, кстати, если поглядеть так, вот отсюда, короной такой. Так, где-то мы, сейчас выберемся. Ну, конечно, если будет мостик возле тех вон сосен за болотом, то можно и пройти до мостика. То что не хочется покупаться. Холодно все-таки на улице для купания. Да, тут у нас не перейти. А вон дерево рядом, глянем сейчас.
Может, переберемся. Улей холодный. Видно, он у нас в центре кадра. Так, отключаться не будем. Перейти успеем. Где-то тут водопад слышны. А водопад у нас, чтобы не провалиться туда. О, наверное, бобры прокопали. Болото это. Вот он наш водопад. Пена. Это бобры, наверное, будет на раз. Так, мы ветку вытащим. Вот, ветку вытащили. Померяем дно. О, прилично. Если сюда нырнуть, так хорошо можно сапоги набраться. По колено. А вот здесь у нас водопадик такой. Интересное место, красиво, да? Так, а вам покажу. О. Это вода с болота и сюда вот. Может, даже не бобры прокопали, а и само промыть даже. Ну, бобры, наверное, грызнёт. Раньше ветки позрезаны. Вот и плотинка небольшая. Наверное, бобры все-таки прорыли ход себе в канаву. И канава называется Бычок, царя копалась. Бычком назвали. Вот такая водопад у нас. Думаю, на этом будем заканчивать видео. Как-нибудь переберусь он по той деревяшке, что лежит там через канал. Но это я уже буду делать с двумя свободными руками. Снимать не буду. Так что на этом будем заканчивать. Всем, кто смотрел мое видео, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем еще путешествовать по лесам. Ну, всем удачи, до свидания.